Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Якими насправді ми іноді і самі не знаємо. І сьогодні ми дізнаємось, як можна зазирнути в свій внутрішній світ за допомогою музичних звуків і зробити себе кращим. Душа совершенна, и душа всегда знает, когда хорошо, когда плохо, когда правильно поступает, когда неправильно. Музыка раскрывает душу, раскрывает сердце, раскрывает какой-то новый уровень человека. Я поняла, что можно человека перенастраивать с помощью музыки. Вот это уже музыкальная терапия. Музыка как энергия, которая существует в пространстве. И композиторы, на мой взгляд, они ее просто улавливают. Сьогодні, друзі, я пропоную вам зустріч з музикантом, який за допомогою музичних звуків може проникнути внутрішній світ людини і зробити його кращим. Викладач Миколаївського державного вищого музичного училища Маріна Матвієва і її імпровізації в музичній вітальні Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Верещагіна. Друзі мої, ви... Я думаю, согласитесь со мной в том, что именно в этот период нам немножко не хватает света, солнечного света, тепла. Ну, что поделаешь, такое время года немножко сумрачно, день короткий, ночь длинная. Но вы знаете, без света жить невозможно. И поэтому именно сегодня мы зашли в музыкальную гостиную нашего Николаевского музея имени Верещагина. Ну, очень хочется света, правда. И вот мы идем по этой музыкальной гостиной, а вот здесь у рояля сидит замечательная пианистка Марина Матвеева. И мне кажется, что у нас сейчас с вами есть возможность окунуться в мир света, музыки, тепла и любви. И поэтому сейчас мы прервем Мариночку. Мариночка, здравствуйте. Извините, пожалуйста, что мы вас прервали. Вы знаете, вот сейчас такой период, когда не хватает света, не хватает тепла, не хватает любви. И мы зашли сюда, в наш Николаевский музей имени Верещагина, в эту музыкальную гостиную. Она вся такая светлая, она прекрасная. И вы светлая, рояль черный, а вы светлая. И вот эти замечательные звуки музыки, Марина. И как-то сердце раскрывается, я думаю, телезрители. Я очень хочу, чтобы и ваши сердца раскрылись. А Марина нам может помочь. Марина, музыка ведь раскрывает сердца? Музыка раскрывает душу, раскрывает сердце, раскрывает какой-то новый уровень человека, человеческого общения. Тот уровень, где человек понимает друг друга без слов. Люди понимают без слов. Просто потому, что они посмотрели, или даже не посмотрели, а вот они сидят рядом, и они молчат вместе. Знаете, как говорят влюбленные, могут вместе молчать. Это вот тот уровень музыки. И музыка именно в этом ключе, она и целительна, и она... Это язык общения. Даже можно не знать другой язык, а человек тебя поймет. Ну, не случайно музыканты всего мира приходят на концерты, чтобы прожить это состояние. Вообще музыка – это искусство состояний. Потому что когда она играется, даже вот создает печальное состояние, это ведь тоже человек, чувствуя эту печаль, он резонирует с ней, и она облегчает его душу. Иногда психологи советуют людям, которые находятся в угнетенном состоянии или в настроении неудачном, плохом, слушать печальную музыку. Тогда им становится легче. Как бы эта музыка вытягивает из них вот, как бы вот эту вот печаль. С другой стороны, можно слушать музыку очень светлую, спокойную, благостную. Есть музыка покоя, музыка, которую нужно слушать перед сном, музыка, которая бодрит. Что мы можем предложить телезрителям, чтобы они послушали и отдохнули, и наполнили души любовью и светом? Вы знаете, можно предложить стихотворение об осени, казалось бы, и в то же время в этом стихотворении, и потом продолжить музыкой. В ней есть и грустинка, и свет. Хотите, почитаю? Судьбу ни о чем не просим. Она нам сполна дала. Роскошная жизни осень величественно вошла.
Она принесла нам мудрость увидеть мир, как он есть, его совершенство и грубость, его раболепие и честь. И зная его тревоги, мы все же идем вперед, не ищем другой дороги, когда нас судьба ведет. Куда? Мы ее не спросим. Ответы приходят в срок. Роскошная жизнь и осень нам дарит любви урок. Мы любим, и в этом счастье. Мы любим, и сад цветет. Мы любим, и все напасти уходят за поворот. Мы знаем, что жизнь и сила находятся в нас самих, и мы говорим спасибо за музыку для других. А наша звезда удача лишь сердце призыва ждет. Да, иногда мы плачем, но больше от радости. Вот. Друзья мои, я хочу вам сказать, что это стихотворение принадлежит нашей героине Марине Матвеевой. И сейчас в ее исполнении музыка в продолжении наших чувств. Импровизация. Импровизация как состояние души. Собственно говоря, музыка как энергия, которая существует в пространстве. И композиторы, на мой взгляд, они ее просто улавливают. И если ты открываешься, вот как канал, открываешься самой жизни, как поток, только она через тебя изливается. И вот точно так же, например, можно настраиваться на состояние, можно играть музыку радости, музыку светлого утра, музыку сердца, музыку вечера, музыку понимания. Ну, в общем-то, совершенно разные состояния. И можно играть музыку человека. Подобно тому, вот вы знаете, сейчас же ауры фотографируют, и мы уже не удивляемся этому. Существуют такие вот аппараты, человек заходит, фотографирует вокруг него сияние, свечение, вот говорят, это вокруг вас. И все это аура зависит от того, чем наполнен человек. И человек ведь вибрирует. Не случайно говорят, дрожит души струна, душа дрожит. Или человек вибрирует, я так волнуюсь, и у меня трясутся руки. Это вибрация. Это вибрация каждой клеточки. И вот если ты открываешься, то можно настроиться на вибрацию человека. И поэтому можно сыграть его музыкальный портрет. Например, Роберт Шуман известен был тем, что он играл портреты своих друзей. И все безошибочно угадывали, кто звучит в следующий момент. Я сначала, прочитав об этом, сильно вдохновилась, впечатлилась и стала пытаться играть портреты своих друзей. Ну, когда я играла по заданию, я никогда не могла понять, а действительно ли получается у меня. Тогда я придумала другое. Я говорю, давайте я буду играть, а вы будете угадывать. Мне было интересно, получится или нет. Ну, и когда они начали безошибочно определять, кого я играю, вот это было уже по-настоящему интересно, весело. А потом я поняла, что можно человека перенастраивать с помощью музыки. Вот это уже музыкальная терапия.
То есть когда ты ощущаешь, во-первых, играя самого человека, вот можно на него настроиться и через музыку получить какую-то информацию о его состоянии или здоровье, или души, или о том, что может он в своей жизни изменить. Это в музыке заложено. Мариночка, а вы можете сейчас, вот нашего оператора Сергея Кравченко не видно, телезрители его не видят, потому что именно сейчас он держит камеру, но интересно, вот вы можете сыграть его портрет, и телезрители увидят музыкальный... Мне нужно голос его услышать, как он разговаривает, поэтому если он согласится сказать мне два предложения, вот я задам вопрос, а он на них ответит. Я при этом слушаю только голос. Если это можно, то пожалуйста. Телезрители, давайте зададим. Вы не увидите нашего оператора, но услышите его голос. Мариночка, задавайте ему вопрос. Ну, например, скажите, пожалуйста, какой ваш любимый цвет? Наверное, зеленый. Хорошо. Есть ли у вас любимые цветы? Ну, в принципе, мне все нравятся, но больше, наверное, весенние. И еще такой момент, во что вы любили играть в детстве? Помните самую любимую свою игру из детства? Ну, мальчишка, войнушка, наверное. Войнушка, зеленый цвет. То есть вы составили уже небольшую себе, имеете информацию. Цветы, которые весенние. Это уже есть вибрация. Телезрители, Марина Матвеева рисует портрет Сергея Кравченко, которого вы не видите, но вы сейчас почувствуете его сердце. После музыки всегда идет объяснение. Во-первых, можно я скажу, телезрители, я вам хочу сказать, что наш оператор Сергей Кравченко, вот как я его услышала, для меня открыли совершенно новые странички, и это большой, добрый и застенчивый человек. Правильно? Абсолютно правильно. Вот видите, как вы прочитали. Потому что на тонком уровне все люди символы считывают. И не случайно говорят, вот пойдем послушаем музыку, когда слов не хватает. Потому что символы считываются. Действительно, это очень сильный дух, очень такого благородного направления. И есть тонкость души. Есть некая из прошлого печаль, которая такой тонкой линией проходит по жизни. Но оптимизм и вот такая какая-то деятельность созидательная, она
побеждает, я бы сказала. Вот видите, телезрители, какие у нас работают люди, и этих людей чувствуют, и вас, дорогие телезрители, тоже чувствует наша героиня Марина Матвеева. Мариночка, вы, прежде чем играть импровизацию на Сергея, вам нужно было послушать его голос. То есть вы должны услышать вибрации голоса. Вы, как музыкант, все воспринимаете на слух? На слух, настройка. Понимаете, не только голос, это само то, как человек отвечает. Некоторые люди через паузу отвечают, некоторые сразу. Вот сама манера вибрации человека, она иная у каждого человека. Это как отпечатки пальцев, нет повтора. И голос у каждого человека только свой, уникальный. Нет похожего ни одного голоса. То, что нам демонстрируют люди, которые просто подражают, это как игра, демонстрация. А вообще у каждого уникальный свой голос. И манера общаться. И самое главное, что смех удивительно, у каждого разнится. И поэтому меня удивило, что сколько я людей играю, никогда музыка не повторяется. То, что вы сейчас слышите, это музыка, которая идет сейчас. Вот этот момент сиюсекундности, сиюминутности. Мы люди так устроены, мы любим заготовить заготовки и показать какой-то готовый вариант. Потому что мы хотим надежности, чтобы это было. А вот этот момент, это очень живое. Оно прямо рождается сию секунду. И повторить его уже потом невозможно? Нет, невозможно. Можно что-то близко сыграть, но повторить нельзя. Хотя вы знаете что? Человек такой, какой он есть, это он сейчас такой. Но человек меняется каждый новый эпизод своей жизни его меняет. Эпизод жизни. Каждая секунда меняет. Вот человек пошел на концерт, и он вышел другим. Он, может быть, по-другому поступит или по-другому начнет думать. У него родится какая-то идея. Мы меняемся. Так вот, я хочу сказать, что внутри каждого человека есть некая своя совершенная музыка, которая, как его душа, душа совершенна. И душа всегда знает, когда хорошо, когда плохо, когда правильно поступает, когда неправильно. И вот эта совершенная музыка, она связана с божественным. Вот она связана с этим стержнем духа человека, так что ли можно сказать. И я стремлюсь играть именно вот эту музыку. Я могу через музыку получить какую-то информацию, но мне нужно, чтобы человек ушел окрыленный после его музыки, чтобы у него раскрылось что-то, понимаете? Поэтому музыку я всегда играю, как художники рисуют, немножко более красивым человека, чем он себя видит в зеркале. Художники всегда так делают, в основном. И то же самое я стремлюсь, потому что человек, когда настраивается на более совершенное свое звучание, он же таким становится, понимаете? Вот в этом задача музыкальной терапии, как создание музыкального портрета. То есть не сыграть человека в его... Ведь люди бывают разные, в угнетенных состояниях приходят. А играть угнетенное состояние, зачем же еще больше его... Еще больше угнетать. Да, не нужно же. Ему нужно показать, что ты обладаешь внутри светом души, силой духа, потому что это заложено от природы. И поэтому тебе даны силы выдержать все испытания жизни, которые к тебе приходят. Мариночка, мы сейчас с вами сидим по эту сторону экрана, а по ту сторону экрана сидят телезрители и смотрят нас. Мы их не видим, они нас видят. Но как вы полагаете, можно настроиться вот на эту волну и сыграть портрет наших телезрителей? Хотя вы не слышите их голоса, но... Ну что-то ж такое, идет посыл, телезрители, я вас чувствую. Да, вы знаете, портрет, как он есть, он может быть печален, поскольку время сейчас такое у многих очень напряженное. Мне бы хотелось создать этот портрет из света, из того мечтания общего людей, которое они хотят, чтобы осуществилось. И мне бы хотелось, чтобы они жили своей мечтой, жили самым позитивным, что есть. И вот чтобы это позитивное осуществилось в нашей стране, в нашем городе, в нашем мире, я, может быть, даже позволю себе стих прочитать про наш город, который всем известен был как город Корабелов. И вы поймете, что в стихотворении заложено то, что я сейчас играю для наших телезрителей. «Любимый город, Николаев мой, судов создатель». Всем известный прежде. Твой трудный путь и Николай святой сквозь грусть аккомпанирует надежде. Ты возродишься,
Снова корабли откроют гавани всех стран и континентов, и самый дальний уголок земли тебя узнает под аплодисменты. Я в это верю. Солнце выйдет к нам, и стапели воспрянут, как из плена выходит узник, радуясь цветам и небу, и волнам с прибрежной пеной. Это настолько утверждающе, правда, телезрители? Жизни утверждающе. Друзья мои, все будет хорошо, несмотря ни на что. Но, во всяком случае, я теперь это знаю, да. Но это есть. Если это пришло через стихи, я же не придумывала их. Я их просто получаю. Значит, эта информация, которая пришла через творчество, это информация из будущего, все будет замечательно. Мне очень хочется подарить еще одно стихотворение. «Ты однажды проснешься счастливым. Ты услышишь звучание ветра, и за окнами старая слива удивит тебя музыкой веток, царской щедростью урожая, пеньем птиц, затерявшихся в лете, и открытыми окнами рая, заглянувшего в дом на рассвете. Ты, конечно, не сразу поверишь, что пришло золотое время. Будешь думать, что это тебе лишь просто чудятся райские трели. Будешь вглядываться в прохожих, в их глаза и родные лица, находя среди них похожих на тебя. Как узор на спицах вдруг единая ткань событий развернет полотно столетий. Среди праздников, бурь и открытий мы живем на одной планете. Мы — единое мироздание, многогранное в проявлениях. В твоем сердце — любви звучание, открывающий суть творения. Солнце, свет озаряет просторы, в океане бушуют волны. Лес, цветы, облака и горы — все нектаром вселенским полны. И, сливаясь в одном потоке с дивной музыкой благодати, ты поймешь, что поешь о Боге и раскроешь ему объятия. Є люди, слава Богу, які допомагають нам знайти себе в цьому житті.
Маріна Матвієва – професіонал своєї справи. Вона опановує цю велику науку впливу творчості на життя і навіть здоров'я людини. І радить всім нам шукати себе, знаходити і розкривати повноту буття. І саме зараз Маріна Матвієва грає імпровізацію на нашу програму «Стоп-кадр». Якими вона побачила нас, друзі, ви почуєте саме зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.